О, шо ты, приветики. Здравствуйте. Шо ты такой красивый, стройненький такой, на очечах такой. А чё не воюешь такой, фраер? А вы чё без очков, я не понял. В смысле? Мы не с очками. Да, тебе не хватает, он броник русского ванька. Ты знаешь, что он картонный, нахуй? Смотри. Да. Показать тебе, что у нас таких нету. Ты дура, он картонный, но да? Это важно, блядь. Трофейчик русского ванки, блядь. Да, да, да. А говорит, у нас таких нету. У вас, блядь, там все есть, нахуй. На, покажи. Смотри, да. Сказочник. Ну, понимаешь, что? Понимаешь, что это? В детском мире купили, да? Да где-то у Китая закупили хуйни, блядь. Вы дебилы. Да, да, да. Что ты рассказываешь? Покрути себе мозги. Что не воюешь? Ты патриот, да. А ты, я смотрю, на войне? Ты патриот? Тебе БК показать, дебил. Вам пиздал, мы на ротации, гондон. На какой ротации? Мы на ротации. У вас вся страна в ротацию берет. Нет. У нас отличие от вас, долбоеба, армия порядочная, нахуй. Да? А ты рекламу своей армии видел? Пацаны неделю воюют, неделю отдыхают. Рекламу армии своей видел, как мужики сосутся. Слышишь? А ты видел, дядя, как у вас Ваньку, нахуй, хоронили в ковре? Покажи. Покажи. Да пошел он нахер, блядь. Напиши Курская область в гугле. Курская область, похороны в ковре. Вот так и напиши. Хорошо, Курская область, посмотрим. Похороны военного в ковре. Хорошо, так посмотрим. И напиши. Оно там... Ну, можешь сейчас посмотреть, пожалуйста? Нет, сейчас не могу. Да можешь, открой ссылку. Нет, тут нельзя ссылки открывать, запрещено. А как ты прокомментируешь вообще, что ты дашь? Вот, на, показывай. Смотри. Блин. Что? Смотри. Блин. Очень интересный мусор. Не, сейчас покажу. Какой мусор? Ты сегодня тут колонка стоит, как ты. Да, тут такие йогурты. На здоровье выкупаешь. О, диви. Диви, русский Ванек. Русский Ванька. В ковре. В ковре. Русские солдаты. Русские. Вон, смотри, русские солдаты, ебать, в ковре хоронят. Вы мрази, фашистские тупо мрази выкупают. Что ты ответишь? Ты хоть осознаешь, что у тебя фашистское государство? Да? На основании чего ты это решил? Ну, смотри, ты знаешь, что такое нацизм, фашизм? Ну. И национализм. Мы националисты. Да. Бандера был националист. А вы русских знаешь, почему ненавидите? Жовто блакитні наші прапори. Ви русських ненавидите? Ви шаблідори. Буде Україна вільна, буде денька самості. Ей, морфі, на ночь, на ночь. Батько Бандера, до нас прийде. А Бандера хто? Ей, Україна, всіх нас поведе. Буде Україна вільна, буде денька самості. Ей, москалів, на ночі, на ночь. Нехай Москва лежить в руїнах. Вот это и есть нацизм. Начхати за нами вся велика Україна. Это и есть нацизм. Ви не націоналісти, ви нацисти. Знаєш, москаля? Да, ви не націоналісти, ви нацисти. Тільки що ти сказав? Ви москаля. Ну, це три. Ви москаля. Ви москаля, складайте трупи, сейкове мене, перейдете, отойди от своего пацана, а то он это, заколебал. Иди нахуй, ты чепухай. Питер, ебало, закрой, когда старшие говорят. Ты, сука, я в секунду, нахуй, блядь, больше зарабатываю, чем ты за всю жизнь. Да-да. Долбоёб. Вы там уже почпокались втроём-то, нет? Как обычно. Вы же в Европе. Ну, блядь, мы проституток хоть снимаем, у нас есть деньги, а не насилуем детей, только 9-месячных. На гей-парад пойдете? На гей-парад пойдете все втроем? Тебе ебет, пошел нахуй. Пойдете на гей-парад? Ты идешь, сука, хуй сосать в своей форме, блядь. На Красную площадь, гандон старый. На Майдан. Старый, усатый. На Майдан, на гей-парад. Пойдете? Что ты несешь, долбоеб? Ну у вас, Киеве, у вас же в Киеве гей-парад, у вас в Киеве гей-парад, был и еще будет, ходили, вы же в Европу. Че, пойдете, и Европу ебали вместе с тобой, они нам чисто оружие дают, а мы их в рот ебали. Да, да, Европу. А потом деньги мы будете отдавать чем? Жопой своей будешь деньги отдавать Европе, все правильно. За что? Вы будете отдавать? Да боёб, ленд-лист, ты знаешь, что это такое? Да ваш ленд-лист вообще еще никуда не поехал даже. Почитаешь, что такое ленд-лист?
он подписан уже, все он нормально. Подписан, он подписан, да. Уже оружие идет. Да. Все заебись. Почитай, что такое. Я читал. Я читал. И как он повлиял на исход Второй мировой войны? Да, повлиял. На вас не повлияет. Отдавать-то кто? Да, вас? Ничего уже нахуй не повлияет. Он долбоеб. Ты пойми, бля, Россия за Ленд-лиз рассчиталась. А вы когда, сука, ты будешь сидеть, у тебя флаг Украины сзади будет висеть, нахуй, долбоеб. Да, вы, сука, переобуваетесь. Ну вы веселые, я смотрю, вы там уже, да, прочистили друг другу. Жопень-то. Веселые такие все втроем. Что у тебя, да, замашки? Тебя в голове пиво, это маньяк. Это у вас, да. Вы же в Европе, у вас же гей-парады проходят. Замашки педофильские, сука. Гей-парады у вас проходят, а не у нас, алло. Гей-парады у тебя в квартире, сука, проходят. Нет, в Киеве. Дедушки, сука, 70+, друг друга в попу пальцами. Улыбайся. На гей-парад пойдешь, как миленький в Киеве. Смотри, зубы есть, а у тебя нет. Мне не надо, мне дёсен хватает. Смотри, собачка тебе. И собачку такая, еще к сексу приручаете. О, да вы совсем плохие. Это собачка уже два русских ванька съела. Да. Именно два говна она съела максимум. Да, собака только русских ебет, пленных, блядь. Да. Ну то, что вы нацисты, я уже слышу уже с первого, это понятно. Дальше ты чё? Ты что-то сказать хотел? Ты фашист ебаный. Так я же тебе говорю, вы нацисты, вы только что об этом вы сами ты сказали. Мы националисты, толпоёб, а ты фашист. Фашист и нацист. Знаешь, что это разница? Такое? Вот смотри, это когда, вот смотри, какое-то государство, и есть государство, а ты вообще ебался с мамкой? Да парни своего заткни, он заколебал. Вот смотри, есть, допустим, два соседа, понимаешь? Вот смотри, два соседа. Так. И у этих мать ебать мозги появятся, когда мать твою перестанешь ебать. Парня мать своего перестанешь ебать. Да нет, сейчас. И дрочить в уме на все, как сестру перестанешь. Закрой парня своего, как поговорить-то с тобой? Закрой парня своего. Фашист, нахуй. Есть вот, смотри, что такое... Смотри, есть два соседа, выкупаешь. Так. И вот, допустим... Одному соседу ебать... У одного соседа своя идеология, у второго тоже своя идеология. И вот этому соседу не нравится ебать, как живет этот сосед. Ну, понял? И он врывается к нему в хату и завязывает свою идеологию, чувак. И при этом насилует детей, насилует женщин и тому подобное. Вот это называется нацизм, понял? И фашизм. Но тут ситуация чуть-чуть другая, понял? Тут живут два соседа и один шизик ебаный, нахуй. Ну, просто шизик ебаный. И он своим детям говорит, нахуй, пацаны, ебать, там Вася... Там соседи, нахуй, насилуют женщин, убивают женщин и тому подобное. Ну, шиза, понял, схватила шизу. Mm-hmm. И что, детки на эту шизу повелись, нахуй. И все, дядя, это у вас такая история, понял. И а вот, вас что, от интернета отключили, да? И вот эти можно обосновать, что вы фашисты и нацисты, чувак. Ты это тоже, смотри, во Второй мировой войне... Германия тоже пока не осознавала, что они нацисты и фашисты, понял, солдаты. А только проебали, да, все, да, нахуй, СССР, да, флаги в Берлине вешали. Ты парня своего закрашили, нет? И ты, пидор, с балкона, да, повесил флаг Украины и форму спалил. Ты парня своего закрашили, нет? И ты, чувак, и ты повесишься после того, как поймешь, что тебя свои же наебывают. А теперь смотри, возьми у парня своего телефон, возьми у парня своего телефон. И загугли, что да такое нацизм. Да нахуй эти телефоны, дура ты, сука. У тебя телефона скоро почитай, не будет, пидор. Долбоёб, что такое фашизм и нацизм. Что, ну, нахуй телефон, расскажи от себя, что такое фашизм и нацизм. Вот. Нацизм, без телефона, это вот люди, которые хотят люди, истребить, да, другую нацию и ненавидят ее. Да. Националисты. Почему они ее хотят истребить? В смысле, такого вообще потому не должно быть. Потому что им не нравится ихняя идеология, правильно? Вы хотите как истребить русских, потому что вам идеология... На 150, да закрой попасть, этого парня, он заколебал кончили. Меня. Закрой этого урода, закрой. Нет, подожди. Закрой так его. 40 закрой миллионов его. Нападет на 150, тупой. Не, это бесполезно, это ничем не закончится. Это кошмар какой-то. Я не добрый про вас. День. Добрый день. А вы из России? Из Москвы. Разумела. А вы откуда? А вы любите Украину? Украину, конечно. Ай! И Белоруссию люблю. И ей не понравилось, что я люблю Украину.
Ей не понравилось, что я люблю Украину. Ну, простите. Да. Здравствуйте. У вас звука нет, молодой человек. Нет, у вас звука нет почему-то. Угу. Ругается без звука. Интересно. Ругается без звука. Здравствуйте. Добрый день. Во. Звук есть. Москва, вы откуда? Львів. Львів, очень прекрасно. Так, дуже добре. О чем тут общаетесь? Ну, на любите можу поговорить. Ну, давайте про Украину поговорим. Давайте. Как вот, например, вы относитесь к тому, что Европа с вас 20 миллионов тонн зерна хочет вывести? Как вы на это смотрите? Кто таки сказал? В смысле, это Европа? Что Европа? А вы от нас не вывозите зерно с Херсона? Нет. Як нет? У вас 20 миллионов тонн зерна стоит сейчас у вас в Украине. И Европа хочет его вывезти. Вернее, она его вывозит. Ну и что? Она его вывозит. То вы вывозите, а не Европа. То вы вывозите, а не Европа. Ну и рассказывайте. Ну, вы себе вывозите с Херсона, вы себе вывозите. Ну вбей. Ну хорошо, смотри, ты говоришь, что мы вывозим. То есть у вас уже мало, правильно? Я не знаю, у нас много, потому что у нас чорнозем, у нас много зерна. Нет. Так. 20 миллионов тонн зерна там, это практически все, что у вас есть. И Европа А ты звідки так все знаешь? А, тебя от интернета отрубили? У меня интернет есть, как я с тобой говорю. Вот, ну вбей. Есть сейчас возможность вбить? Сейчас нет. Сейчас нет? Ну потом вбей, новости. Европа хочет 20 миллионов зерна вывести. Ну, почему? Да. Мало того, что она хочет. Так она вывозит. Ну, то хочет, что вывозит? Нет, она хочет вывезти, просто ей не, она не может вывести все, потому что через море нельзя, там закрыто море. Они вывозят грузовичками, по чуть-чуть, по писочке. Да, они да. Хотят все вывезти. Вы что не разумеете, что вы вывозите себе с Херсон? Я же говорю, хорошо, ты говоришь, что мы вывозим. Допустим, мы вывозим, как ты говоришь. Не продаем и вам бабки отдаем, а вывозим. Ладно. Ну, так у вас уже мало. У вас уже мало. Так а зачем ну, вы отдаете? Зачем вы отдаете остальное зерно? Ну и что с того, что мы выдаем? Нехай она и так, может, и то правда. Ну, а жрать-то что будете через год? Есть и есть, что. А что поля цього року? А цього року, что поля не будут родить, что? А кто у вас что сеять будет? А кто у вас сеять будет? Уже посеяли давно. Нет. Так. Ты опять новости не смотришь? Свои причем, свои. Я про твои новости да, сейчас да. Говорю. Может не сеять там, где сейчас оккупированы. А тут там где сеять? Там у людей дизеля нету, сеять не на чем. Як нема на чем сеять? Потому что нету топлива. А то что, треба бензина, чтобы сеять, что? Где у вас за бензин? У нас на заправках дерутся люди. Ну и что? Да потому что нет у вас бензина и топлива нет у вас. Не на чем пахать. А вручную нет, а? Вручную? Такие гектары? Вручную? Серьезно? Ну, я звідки знаю. У нас бензина есть. Может на таких, как то правильно сказать, на звичайных... Не, зараз я скажу. Та в нас сіють тут, може у вас там, я не знаю, вам щось розказують, але тут сіють все. Так це не у нас, я ж говорю, це ваші, я новості смотрю, ваші. Ні, ну а на що ви дивитеся наші новини? Ну як, мені знати треба, що у вас відбувається, мені цікаво, як ви справляєтесь там. У нас все добре поки що. Так ось в тому і діло, що у вас не добре, судя по вашим новостям. А у вас добре? А у нас 130 мільйонів буде. Так, вивезеного. Нет, у нас свое зерно. Зерно. Ты в курсе, что Россия на первом месте по поставкам зерна в мире? Ну, то ж ясно, яка территория. Яка Украина, яка Россия. Что тут рівняти, я что-то не розумію. Так а теперь представь, а зачем нам воровать у вас зерно, если мы на первом месте по зерну?
Ну як? Ну є ж навіть відео докази, що ви крадете, що фурами вивозиться, зерно вивозиться. Їх вивозять для чого, напевно? Щоб продати, а бабки потім в Херсон вернуть. Ні, не думав об этом? Так. Ну а люди, що з Херсону самі не можуть продати, чи що? Так а хто вивозить-то? Та ви вивозите. Херсон зараз під... Ви крадете... сільську... ви крадете зараз сільську техніку. Війська чиї в Херсоні? Ваші. Ваші. Так. А хто должен тоді вивозити? Не треба вивозити, нехай собі стоїть. Нащо то вивозити? А для чого, воно гніть там буде? Или що? Може його продати, а деньги в Херсон привезти, щоб Херсон нормально жив? Ні, не думав? А люди до того самі не думають. Так люди і вивозять. Просто ми допомагаємо людям. Ваші. Так, наші вивозять наші, щоб вашим бабки потім були. А нащо туди було приходити? Ми б самі собі справилися. Ні, ми прийшли не приходити. За цим. Ми прийшли, ми розбираємося з вашими вооруженими силами. А нащо ви це робите? Як це? Тому що у нас є міжнародний договор з ЛНР-ДНР. ЛНР-ДНР не існує. Як це? 21 февраля? Ні, то вони існують. Були признані два государства Росії. Ким? Росії? Достаточно, достаточно. А Європа признає? Росії достаточно, более чем. Да, Росія. Росія самая большая страна, если что, в мире. И что далі? И что далі? Ее мнение достаточно. Плюс Россия, мнение. Плюс Россия является постоянным членом ООН. ООН. Стоп, стоп. Вы другая армия в світі, так? Мы не знаю какая. Ну, я не знаю, яка ваша там друга армія. Ну, є, що на сайтах на каких-то американських, да, ми, що нам поставили, що ми вторая армія в мірі. Та, а до Києва чому не дійшли? Вивели війська з-під Києва і зі Сум? Ну, вивели війська? Ти ж ну, там говориш, вивели? Ну, а чому вивели? А, чому? Ти, а мирні переговори в Стамбулі ти не читав, опять же, да? Ні, ви ж хотіли Київ за три дня взяти. Ні, ніхто не хотів. Та вже ніхто? Ну хто говорив? Ваші новини ваші. Хто? Скабєєва? Так. А вона що, як-то отношення к армії має якесь? Ні, але ваше телебачення все говорило, що за три дня Київ буде взяти. Ні, дійти до Києва. Дійти, сказали. Ні, взяти, не дійти, а взяти. Брать, ну ти можеш посмотреть, опять же, коли інтернет у тебе появится, посмотри, що вона сказала. Можемо дійти до Києва, но, во-первых, это Скабєєва і, возможно, какой-нибудь Соловьёв. Но у нас є верховний главнокомандуючий, который команду таку не давав. Так, який вбиває мирне населення. Ні, мирне населення ніхто не вбиває. 20 тисяч в Маріуполі людей, а в Бучі, а Ірпінь. А в Маріуполі, во-первых, поубивали большу часть азовців, і не 20 тисяч, а 2 тисячі... 20 тисяч мирного населення. Ні, мирного населення, опять же, по європейським даним, не нашим і не вашим, по європейським, всього ага. Погибло 3700 на всій території України, поки що. А чому? Скільки 3000 на всій території України? 3700, да. В Маріуполі где-то 2000 погибло. 20 тисяч в Маріуполі, ви не розумієте? Ви бомбите мирні міста. Ні. Бомбили в Маріуполі азовці. Ви ж кажете, що ви дивитеся наші новини. Ну, якщо в наших новинах не показують, що ви бомбите наші міста? Ні, це якраз таки не новини, не ваші, а це європейські були. Ну, місяць назад було 3700. Зараз, можливо, вже побольше. Ну, а чому мирне населення має... Ну хорошо, вот смотри, есть Херсон, ты же только что говорил за Херсон. Ты же видел, какой Херсон? Бачу. Ну, он живой. Там ни одного дома не пострадало. Ни одного дома не пострадало. Ну я не бачу, что не пострадало, что пострадало. Нет, там все, просто... все работает. Мелитополь, Херсон, ни одного не пострадало. А Мариуполь почему-то пострадал. Ты... Как ты думаешь, почему? Ну, почему он пострадал? Вот. Как ты думаешь? Почему? Ну, сейчас на месте тебя бомбил? Хорошо, если российская армия бомбила Мариуполь, а почему российская армия не бомбила Херсон и Мелитополь? Бо там українські війська відступили назад. Так. То есть если бы в Мариуполе Азов вышел из Мариуполя, то его там бы ничего бомбили. Бы не было. Его бы не Нет. бомбили. Правильно? Нет. Так. Да. То есть кто виноват, что там разбомбили все? Росія винувата, що азовці, ви не розумієте, що люди захищають свою країну. Яку? Хто люди свою? Ну, азовці захищають, що не Україну. Якщо це город їх, як ти говориш, да? Український так. город,
Так зачем они его раздолбали в хлам? Почему нельзя было отойти, а потом отвоевать, допустим? Зачем они раздолбали город свой? Вони не роздолбали, то ви роздолбали, бо ви хотіли їх звідти вигнати. Вони з нього не вийшли, як ти говориш? Ти ж там сказав, вони з нього не вийшли. Так, вони з нього не вийшли, і ви їх хотіли звідти вигнати. Але ви того не могли, і ціле місто знищили просто. Так ні, ми воювали з ними, а вони прятались в домах, тому як з ними ще воювати? Ну, але... Что у них с интернетом? Мариуполь, ну, мы разбомбили Мариуполь, но мы почему-то не хотим бомбить остальные города. Вот Мариуполь мы прям вот, ну, хлебом не корми, да дай раздолбать город. Ну все, этот, сломался, несите нового. Ушел на фронт. Пошел в Мариуполь чекать. Ну, давайте еще одного. Так, а что у нас тут? Все, рулетка кончилась. Добрый день. Москва, вы откуда? Харьков, Украина. Харьков, Украина? Ну да. Харьков, это хорошо. Почему это хорошо? А потому что хочу какого-нибудь у харьковчанина спросить. Вот по вам пообстреливают по городу, да? Да. Вот. И везде говорят, значит, что российская армия обстреливает вас и все такое. А у меня к вам просто хочу спросить. Вот, допустим, обстрел, да, у вас произошел 26 мая, не так давно. Обстреляли территорию метро 23 августа называется. Вот. А вот смотрите, там прилеты, да, ракет, и их можно посмотреть, откуда они летят. И по траектории ракет видно, что прилет с западной стороны Харькова. С западной стороны. Вы думаете, это ваши ракеты? Смотрите, с западной ракеты. То есть вот смотрите, стоит дом, да, и вот в него прям вот в прямую ракета попадает. А дом смотрит лицом. Не в дом же прилетело. А? Там же не в дом прилетело. Не в дом же прилетело. Нет. Прилетело в памятник. Не-не-не, там обстреляли большая территория, там несколько под сот метров. Там прилетело и возле памятника, и за туда прилетело. Там какое-то есть административное здание, энергия какая-то там что-то есть. Так вот, там ракета, она прям в ступеньки попала. И видно по прилету, что прилетело с западной со стороны. Прям по этой ракете. Плюс там кассетные ракеты, они раскидываются в определенном туда, то есть со стороны, где ракета, там нету кассет. Вот у меня вопрос. Вы же в Харькове живете? Вот вы видите, что прилетело с запада. Я нахожусь не в Харькове, слава богу. Мне просто негде там жить, к сожалению. А я хотел как раз поговорить с людьми, кто из Харькова. Ну, у меня родители в Харькове. А вот... Точнее, их трупы. Можем поговорить о трупах моих родителей, хотите? Очень интересная тема. Нет, я бы хотел просто, чтобы вы, допустим, позвонили каким-то друзьям в Харьков, и они сходили бы... У меня знакомые постоянно. А, нет, но если будет связь, чтобы они сходили и посмотрели, определили, откуда прилетела ракета, там очень легко, там... Подождите, а зачем вам эта информация? Откуда конкретно прилетела? Потому если что... у вас есть информация, что прилет... Вы можете самостоятельно с помощью своих технологий рассчитать, откуда конкретно был прилет, правильно? Да, я рассчитал. Я рассчитал. Вы рассчитали. Вы огромный молодец, что вы это сделали. А почему вы в очках сидите? Вы же дома.
И у меня очень экран яркий. Так вот, прилет был с запада. На советской форме. Прилет был с запада, потому что я родился в Советском Союзе. С запада ракеты прилетают, а российской армии там нету. Как так получается, что ракеты прилетают с той стороны, где российской армии нет? Как по-вашему? Вы думаете, у нас очень глупая страна, очень глупые военные, которые будут точно рассказывать, где находятся военные? Есть линия фронта, девушка. Вы же сами информируете о том, что вы уже один раз захватили Киев, потом его не захватили, что у вас операция была на 3 дня, что это операция военная, а не война. Это не война. А что это? Специальная операция. А зачем она? По разоружению вашей армии. А зачем нашу армию трогать? Потому что ваша армия уничтожала 8 лет жителей Донбасса. Наша армия 8 лет трогала жителей Донбасса? Да. Вы сейчас что, идете за мной? А кто на Донбассе? Что на Донбассе было у вас? ЛНР, ДНР, это что такое? На данный период времени это Луганск и Донецк. Так. Почему вы называете ЛНР и ДНР? Потому что это признанные республики. Луганская народная и Донецкая народная республики. Признанные. Вы так самостоятельно решили. Да, Россия имеет такое право. Что, воздушная тревога? Или это, надо это, закинуть, так сказать. Видимо, это, время. Показалось, что сосед писал. А, понял. Ну так, вопрос-то в чем? Что ЛНР, ДНР... У вас в 2014 году что началось на вашей территории? Говорят, война, знаете, вот конкретно на двух территориях. Так, а кто с кем воевал? Россия с Украиной. Россия первая начала. Россия? Конечно. АТО это что такое? АТО это что такое? АТО это наша армия добровольцев. Нет, АТО. Вот у вас... Турчинов, у вас товарищ на Турчинов объявил АТО. Это как переводится? Ну и что он объявил АТО? Так. Вот вы говорите, что вы с Российской Федерацией воевали. Люди, которые воевали на территории Луганска и Донецка. Какого числа? Я конкретно вам не скажу, потому что я не вникала на тот период времени в данную ситуацию. У меня были немного другие дела, знаете. Хорошо. А где доказательства и подтверждения, что российские войска находились на территории ЛНР, ДНР? Давайте не будем об этом, потому что у меня знакомая там жила, вот подруга моя. Она сейчас в Чехию уехала. Как обычно. Там живет, и она может спокойно подтвердить, что ваши конкретные войска там были. Она военники проверяла или паспорта? Знаете, как бы по форме видно. У нас отличается форма. Чем? Наших военных и ваших. Чем же она отличается? И наши военные, к сожалению, не имеют такой говор, как ваши. У вас русскоговорящие и в Киеве есть, и где угодно. Да, у нас есть русскоговорящий народ, и что? И как вы тогда отличаете русскоговорящих от русскоговорящих? Есть манера, знаете, вот в Украине она не такая. Как вы нас называете? Хохлы, правильно, если я не ошибаюсь? Вот хохольская манера. Кто-то как хочет называет. А то есть по говору определили, что российские войска? Нет, не по говору. Знаете, у вас на форме есть ваш флаг трехцветный. Нет, так и в ДНР у них и на трехцветный флаг есть. Что? В Украине нет трехцветный. В ДНР у них такой же флаг.
Там еще это, ну, теперь, орел. Да, благодаря вам. Вы же у нас спасатели, спасаете нас от чего-то, нет, непонятно от чего. Мы от чего спасаем... вы нас спасаете? Вот расскажите, пожалуйста, чем вам мешал Мариуполь? Ну, давайте нам Мариуполь чем? Возьмем. Зачем брать события 2014 года? Давайте возьмем события этого года. Ну, потому что события этого года, они вытекают из 2014 года. Нет, вот мне интересно, понимаете, вот чем вам мешал Мариуполь? Нам ничем не мешал. Хорошо, а зачем тогда ваш снаряд прилетел в оперный театр, в роддом, в детскую больницу? Это какой-то военный объект, скажите мне, пожалуйста. Вот смотрите, что самое интересное, если вы посмотрите показания людей из Мариуполя, а не из Харькова и не из Москвы, то как раз-таки по показаниям мариупольцев мина прилетела со стороны завода «Азовсталь». А кто сейчас в Крыму правит? Давайте так. Кто сейчас в Крыму у нас правит? Что-то куда-то мы улетаем, то туда, то сюда. Причем есть Крым? Нет. Ну, мы с вами говорим за Мариуполь. Вы мне говорите за то, что говорят показания жителей, да, куда прилетело. Местные, кто показания жителей – это не показания военных. Давайте так рассуждать. Правильно? Так там были, они там военных не было. Там были мирные жители. Которые дальнего. Не помню. Короче, дальнего прилета. Вы имеете в виду баллистические какие-то ракеты? Да, вот их я имею в виду. Я просто в этом не разбираюсь конкретно в снарядах. Вот, мне это просто не нужно знать, как делать. Я вам могу сказать, если бы туда прилетела какая-то баллистическая ракета, то от театра вообще бы ничего не осталось. Ну, его бы просто физически бы не было. Ну, так бы от него почти ничего не осталось. Нет, там половина осталась. Пол здания, это не театр. Нет, то, что там пол здания, это очень много. Больше сотни людей, там погибли. Но вам не стыдно? Ваша страна нападает на страну в два или в три раза меньше по территории. У вас вторая армия мира, которая сейчас проигрывает. Объективно, давайте смотреть. Давайте объективно смотреть, давайте. Где, на каком направлении она проигрывает? Вот наши солдаты, ваши военных с Харькова, сейчас в Харьковской области их убирают, зачищают. Так, вы тоже новости, ну, видимо, не чекаете, да? Мне было в магазин на 20 минут, прихожу, а у меня нету дома. Ну, так а кроме у меня была младшая сестра и двое родителей. Вот, и мне не весело было, знаете, да, когда я стою дома, а у меня дома больше. Вот. Мне жить негде вот было. Вот, я про то и говорю. Я стою и думаю, а что мне делать? А у меня не было ни документов, ни денег, даже, ну, ничего не было с собой. Вот. У меня был просто телефон. Я про то и говорю. Гривен, на минуточку, 200 гривен это ваши 400 рублей. Как вы думаете, я могу на 400 рублей пойти себе снять квартиру где-то? Нет, жить, не можете. Уехать куда-то? Не нет, можете, не могу. Не можете. Вопрос-то ну, в чем? Я же про Харьков вам сказал. Почему у вас прилеты приходят с южной и западной со стороны, когда российские войска находятся на севере и на востоке? А что, вы взяли, что они находятся только на севере и на востоке? Потому что есть они линия находились фронта на территории Героев Труда. Если вы знаете, где в Харькове находятся Герои Труда, то они находились там. Есть линия фронта, девушка. И по сей день они там находятся. Линия фронта, знаете, что такое? Есть линия фронта, конечно. Вот. Я знаю. Вот, и по линии фронта можно понять, где войска. Да. Они за линией фронта не могут быть. На то она и называется линия фронта. Ну а вы думаете, они будут афишировать точно свое месторасположение? А как афишировать, не афишировать, когда вы за линию фронта зайти не можете? У вас там противодействующие вам войска. А они на ту сторону зайти не могут. Они, у них это соприкосновение. Это известная информация обоим со стороны, обоим, понимаете? И я знаю, и вы знаете. Вот мы с вами стоим вот так вот. Есть солдат, есть техника, которую так явно нигде не афишируют. То есть я вы считаете, что какая-то установка Града может заехать к вам в тыл, пострелять по Харькову и уехать? Конечно, могут. А
кто им запрещает? А почему тогда вы их пропускаете? А, то есть никто не запрещает, то есть у вас, ваша армия разрешает нашим кататься по тылу? Вас не звали, мы не просили вас вообще приходить а нам не к вам пришли. Спасать, непонятно от нацизма какого-то, спасают, которого у нас нет. Нет, нет, вы не поняли, спасают не вас. Говорят, у вас граждане, которые сейчас находятся за границей. Девушка. Говорят, извините, граждане обсирают украинцев за то, что они развешивают свою же символику украинскую, флаг, герб, и обсирают их. Типа, нахуя вы это делаете? Это да. Не страна. Как вы думаете, хорошее лицо у вашей страны? Хорошая репутация у вашей страны? Зачем? Когда вы за 3 месяца угробили свою экономику ниже плинтуса. У вас спекуляциями понижают курс доллара и делают максимально так, чтобы вы его сдали, чтобы у вас был хоть какой-то обмен валют. Давайте про экономику немножечко. До начала операции... До начала операции сколько был доллар? Сколько стоил доллар? Знаете, сколько доллар стоил до начала операции? 73 рубля. А сейчас сколько? 73 рубля он стоил. Так, а сейчас? Сейчас 56. Так. А соотношение рубля к гривне какое было? А раньше? А соотношение рубля к гривне какое было? Раньше у нас рубля к гривне? Да. 1 рубль? Нет, 1 гривна стоила 1.90 рубля. Нет, был 1 к 3.5. Нет. 1 к 3.5. Был 1.9. Нет, было 1.3. Можете забить в Ютубе, в любом Гугле. Это до начала операции. До начала операции был 1.35. Прямо сейчас. Давайте. Курс доллара, курс рубля к гривне. Прямо сейчас. Да, курс рубля к гривне на начало 22 года. Я просто график открою. У нас просто в Украине сейчас нельзя купить рубль, в принципе, поэтому... Давайте, на начало 22 года. На начало, за последний год. Ну, может, за последний год 1 рубль. В Украине на 1 июня 2021 года стоил 37 копеек. 1 российский рубль. Ну, то есть 1 к 3, правильно? 37 до рубля. Ну, вы в обратную... 1 рубль стоит 37 копеек. В обратную сторону. Вы сделайте в обратную сторону. Сколько 1 гривен? В обратную сторону. 1 гривен сколько стоит? Сейчас. Не гривну к рублю? На начало 2021 года 2 рубля он стоил. 2 рубля. 1 гривна. Где вы это смотрите, я не понимаю. Курс? Я просто ввела курс гривны к рублю. Гривны 3 к рублю. 3 только в марте, и то у нас он в марте уже не продавался в этом году. За последние сутки, если смотреть по графику, ваш рубль упал. Конкретно вот. Падает. Вот. Был 1 к 3. В начале 22-го был 1 к 3. 22 мая. Ой. В 22-м году, в начале 22-го года. Вот. Но чуть меньше 0,3 было. А, это тут вообще на доллар показывает. Курс гривны. Сейчас, за 2000. Ну, молодой человек, я работаю с Россией уже более 5 лет. Сейчас я как бы знаю соотношение рубля к гривне и их рост. Был по 3,5, сейчас 1 к 2. То есть ваша гривна просела почти в 2 раза. Скажите мне точную дату, я посмотрю, когда он был 3,5. Я же вам говорю, до начала операции, в начале 22 года. Февраль. 25 февраля 22 года. Он стоит 1 гривна, 2 рубля 80 копеек.
2,80. Но было 3,5. Ладно, 2,80. Это возможно, у вас. 2,8, а сейчас сколько? 1,9, правильно? Увага! Відбій повітряно. Да. Вот, то есть ваша гривна просела. Нет, наша гривна не просела. Здравствуйте. То, что вам говорят, что у вас укрепился рубль. Если бы у вас укрепился рубль, то тогда у вас должны были бы вырасти. Что? Что вырасти, как вы думаете, что? У меня соотношение очень интересует, что рубль укрепился по отношению к доллару и по отношению к гривне. Вы утверждаете, что укрепился рубль. Подождите, вы мне сейчас говорите, что вот рубль укрепился. Правильно я вас понимаю? Да даже это не я говорю, это весь мир говорит, что самая твердая валюта в мире за этот год рубль. Это американцы сказали. Да, где вам это сказали американцы? Ну вот у вас интернет же опять же есть, вбивайте. Самая быстро растущая валюта в мире. Самая быстро растущая валюта в мире. Быстро растущая, это не значит самая... Давайте так, какая валюта в этом году укрепилась? Давайте. Ну, странная формулировка, но давайте. В этом году? Доллар, евро, и потом только идет рубль. Вот. А гривна и где? И вот даже сейчас, чтобы вы понимали, я смотрю на российских сайтах, даже не на украинских, и пишут. Скажу вам даже, какой это сайт по счету. Раз, два, три, четыре. Пятый сайт, шестой. Курс не настоящий. Курс не настоящий? Курс не настоящий, то, что у вас, я вам говорю, как человек, который работает в сфере рынков, в сфере экономики, который понимает, что к чему и почему что происходит, могу вам сказать одно. Так. У вас спекулятивно понижается сейчас курс доллара. Ага. А настоящий он какой? У вас в стране нету ничего настоящего, давайте так. У вас в стране нету даже того же огорода, для которого можно вырастить. Продукты. Давайте еще один эксперимент. Вот вы говорите, курс не настоящий, да? Но то это есть, допустим, у вас так пишут на сайте. Ну, хорошо, если это вот не настоящий курс, я понял. Сайт. Что-то. Вот смотрите, я, допустим, хочу что-то за рубежом купить за доллары, правильно? Ну, так за рубежом это одно. Как? Я же плачу. Но платить вы можете за рубежом. Вы в стране можете пойти прямо сейчас купить 100 долларов? Могу. Зачем? Можете? У нас уже можно, да. Зачем только? Что я буду с ними делать? Они у меня здесь не в ходу. Ну так они не в ходу, так а вы можете потом уехать куда-то. Знаете, как говорит, самая крепкая валюта... Две самые крепкие и прочные валюты, которые будут существовать всегда. Это доллар и евро. Сейчас еще входит йен. Это китайская валюта. Да, я понимаю. Давайте мы эксперимент маленький сделаем. Маленький эксперимент, давайте. Маленький. Есть такой сайт AliExpress. Вы же знаете AliExpress? Конечно. Вот я хочу там купить товары какие-то. Они там за доллары продаются. Вот посмотрите, какой курс на AliExpress. А зачем я ваш AliExpress, ваш банк? Потому что я плачу рублями за доллары. Я у них покупаю доллары. Мужчина, я смотрю не то, что происходит конкретно в вашей стране, потому что, к сожалению, почему в моей? Мы сейчас про Китай говорим. Чисто в рабочем плане. Вы, пожалуйста, меня не перебивайте, когда я вам хочу что-то донести, какую-то полезную для вас информацию, чтобы... Так, а вы не хотите мою проверить сначала? Потому вы мою-то не проверяете. Что я не проверяю? Я же вам сказал, давайте проверим. Какой курс в мире? Какой курс в мире? Проверим курс, ну давайте. Какой курс AliExpress? Рубль. AliExpress. Курс рубля на AliExpress. Курс рубля к доллару. Какой там написано будет? Просто мне интересно, какой настоящий, если 6, там 60 рублей, 65 рублей не настоящий. 61.
пишут на данном... А, нет, извините, 74. 74. 74. 74. Не настоящий. А у вас какой сейчас стоит? Извините. 66. У вас сейчас... Давайте вот зайдем на... Знаете такой сайт, как Инвест? Знаете? Зачем? У нас есть официальный другой. Информационный портал. Да, вот я сейчас смотрю, 61 написано. Ну так инвестинг, это ваш официальный. 61 стоит сейчас. Ваш официальный инвестинг. Вот смотрите, инвестинг официальный. Это ваш. Это конкретно ваш. Да. Ну это понятно, что торговый... это покупка или продажа, что там. Торговый терминал. Покупка. Закройте. Ты знаете, что 100% инвестинг? Слышали, думаю, да? Люди, которые вас разводят иногда, просят вас зайти на него. Ну так вот, вы видите же, на AliExpress написано, что по ЦБ 61, а по AliExpress 75, 74. Что не важно AliExpress? Если вы заказываете на Алике вещи, это ваши проблемы. Мы лично там вещи не заказываем. Так я вопрос говорю, что это международная оценка рубля, международная. Мы туда платим рублями за доллары. Это международная оценка рубля. Потому что между странами расчет происходит. Мужчина, Китай сейчас, конечно же, будет понижать рубль, потому что страны начали платить вам за газ рубля. А вы, ваш Газпром открывает новый поток через Монголию на Китай. Китаю сейчас невыгодно поднимать рубль. Они газ у вас покупают вообще за копейки. А они потом будут рассчитываться где-то за этими, с этими рублями, где? То есть они меньше получают, получается, да, чем могут? Может, им тогда нам не продавать вообще? Молодой человек, вы меня не услышали. Китай у вас покупает газ. Ему невыгодно сейчас повышать курс рубля. Так он с нас меньше получается. Потому что, как получает. Вы сказали, ну, конечно, меньше. Конечно, меньше. То есть он может даже где-то там получать больше? А доллар нет. Он же потратит на доллары. Так, походу, в вашей стране просто невыгодно зарабатывать бабки. А, в нашей стране невыгодно зарабатывать бабки? То есть вместо того, чтобы получать, допустим, там по 100 рублей, по 100 рублей они получают по 70. Им так выгоднее. Ну, понятно. Я понял. Ну, смотрите, они сейчас, ваша страна вела что? Что они оплату за газ не... Ну, на нефть сейчас будет введена одна общая цена на все страны. Но я с думаю, Китаем, Россия, кстати, конечно, не в рублях расчет. От этого. С Китаем не в рублях расчет. В рублях. Нет. В рублях. Только с недружественными странами. Да. Нет, только с недружественными странами в рублях. Так и с Китаем у вас. У нас с Китаем очень дружеские отношения. У нас очень дружеские отношения с Китаем. С всеми странами в рублях. У вас дружеские отношения с Китаем, но получается у вас все с Китая. И люди, получается, тоже с Китая, да? Я вас удивлю, да, даже в Европе половина продуктов в Китае делается. Да, даже айфоны в Китае делаются. Ну, хорошо. Опускаем эту тему, давайте следующее развивать. Что вы думаете насчет дефицита в вашей стране? Будет он или нет? Нет. Будет тяжело. А дефицит соли? Дефицит соли? Будет тяжело. А дефицит будет? Нет, дефицита не будет. Ну, хотя бы соли, давайте возьмем. Соль, вот 15 будет. Рублей стоит. 15 а что, что у вас 45%? 45% вашей соли является солью Украины. А у вас там где-то еще производят где-то... Опа, информация. Соль где-то у вас там производят. А почему у нас соль 15 рублей, а у вас 100? Представляете? Как так получилось? Вы как производите, так интересно? А потому что ваша уебищная страна оккупировала село, где завод у нас в Харьковской области по производству соли. И люди не могут туда доехать, потому что ваши долбоебы не пускают туда людей. Так, так и у кого будет, будут проблемы с солью? На данный период у нас, но поверьте, мы выкрутились из этой ситуации. Как у нас же есть доставка из Беларуси. Новый завод поставить быстренько или что? Нет, у нас есть доставка
в Білорусі, представляєте? Білорусі? Лукашенко нам соль лично привозить. Поэтому прикиньте, он вам по 100 рублей, конечно, привезет. Я думал, он вам и по 150 привезет. По 28 рублей, представляете, привозит соль. Хорошо. Ну, я рад за вас. А у нас что проблемы, с какого будут тогда? А у вас 45% соли нашей. Вы так не она знали? Теперь уже наша. Так вас... Ну, нет, она ничья еще. Как ничья? Вы же сами сказали, что мы отобрали у вас завод. Я не сказала, что отобрали. Я сказала, оккупировали территорию, где находится завод. Так. Оккупировать значит забрать еще, молодой человек, так. Мужчина. Вы не будете терминами. Ну все, теперь наш завод, значит, получается. Если вас в очередной раз разъебут вашу армию, я в этом Кто? Уверена. Кто разъебет нашу армию? Нашу. У вас а армия вы видели есть? Наших военных и ваших военных? Вижу. Вы видели, во что ваша армия? Каждый Давайте день вижу. Во что... Каждый день видели, вижу, как ваша армия скулит, что воевать нечем, и воевать отказывается. Нет, наши... Вы что, издеваетесь? Да у вас их в тюрьму даже посадили. Ваши же в тюрьму посадили 115-ю бригаду. За то, что они отказались воевать. У нас никто не отказывается воевать. Я Посмотрите новости. У вас в тюрьму посадили ваших военных за отказ воевать. Вы уверены в этом? Так это ваши же показали. Показали их в тюрьме, где? Как они сидят. Где? Расскажите, на каком канале? Ну, я просто, знаете, телевизор не смотрю. Я в ТГ смотрел, наверняка в Ютубе есть. А в каком паблике? Ох, я не знаю, там видео. Ну, я думаю, на Ютубе, если вы вобьете. Украинские военные. Вы даже только что в телеграмме смотрели. Я вот хочу зайти в этот паблик, почитать. Ну, дофига. Скажите название паблика. Давайте, я скажу вам один из тех, который у меня есть. Записывайте, записывайте. Война, история, оружие. Оружие. Так это не украинское. Это не украинское. Так если снимает там, ну, там видео украинское. Там ребята, сами солдаты снимают видео. Где-то выложили, а они репостнули его к себе. Я не знаю, где изначально был, но они репостнули. Оружие. Оружие. Ну и в поисковике вбейте. Предлог по войне, история, оружие. Вот это, да, она? Война, история, оружие. Коптерка админа, в кавычках. Война, история, оружие. Коптерка админа, в кавычках. Там в поисковике... Я думаю, вы в Ютубе можете спокойно набить. Я думаю, не обязательно в ТГ идти. Украинские военные набивают только, знаете, зэки татуировки. Набивают только зэки татуировки. Да. Украинские Нет, военные отказываются воевать. Ну, знаете, я вот вбиваю 4 раза в поисковик, и такого нет чата у нас. У меня есть, вот я в нем. Может, у вас там заблокировано? Да, а давайте мы лучше тогда... Хорошо, у вас же YouTube есть? У вас же YouTube. Покажите мне на телефоне данные код, чтобы я его увидела и смогла прочитать. Украинские военные. Давайте, военные. Украинские военные. Пожалуйста, правильно читайте слова или пишите. Я неграмотный. Украинские военные отказываются... Нет такого слова. Вы слышите? Нет такого слова. Воевать. Я преподаватель русского языка, и нет такого слова. Я безграмотный. Так, украинские военные отказываются воевать. Давайте сейчас я вам скажу, как называется. Как-то у вас путаются показания. Прямо как у вашего президента. В смысле, в чем путаются? На коромысле. Я же вам сказал. Вы что мне сказали, что вы грамотный, что вы... Когда я вам сказала, что я учу русского языка, вы сказали, что я безграмотный. Я сказал, что я грамотный, когда я сказал. Да, на YouTube, видимо, это блокируют и не выкладывают. Только, видимо, в ТГ. Да, это только в Телеграм-канал. Ну, не знаю, такого нету. Нету такого... Правда, да, вот я в интернет. У вас, видимо, заблокированы российские телеграм-каналы, поэтому вы, наверное, не можете найти. Нет, у нас не заблокированы российские телеграм-каналы, поверьте. Ваши люди обещали мне скинуть трупы наших военных,
почему-то я ждала, ждала 20 минут, мне не скинули, я скидываю им трупы ваших военных, и мне говорят, да ну, иди ты нахуй. Не, ну, отлично, у вас нация, посылать людей, потому что вам скидывают правду. Это мы да. можем, мы это кидаться-то можем, это понятно. Что мы по трупам мы можем кидать туда-сюда. Ну, странно, туда-сюда. Знаете, потому что вот сейчас я вот считаю, 115-я бригада, правильно вы мне сказали? 115. Ну, по-моему, 115-я была. По-моему, уже не уверены. Ну, их слишком много было, там 79-я какая-то. Бойцы 115-й бригады. Бойцы 115-й бригады заявили, что они остаются на позициях и продолжают защищать Северодонецк. Так, сейчас я скажу. Странно, да? Отказ выполнять приказы Зеленского. ВСУ, 115-я бригада, обращение. Так, вот я нашел, кадр есть. Абонент Теле2. В его смартфоне тариф заряжен по полной. Так, а покажите мне на телефон. У меня нет телефона. А так они сказали защищать Северодонецк. Нет. Ну хотите, я вот вам вот так вот. А, так это у вас просто. Это я вот так вот могу вам. Могу так. Молодой человек. Мы взвод 115-й бригады 3-го батальона, который базируется в Северодонецке. Молодой! Нина, вы меня слушаете или нет? Да-да-да, что они? Это же только на ваших сайтах. Почему? А видео-то это какое? Это только на ваших, на российских, на украинских. И на всемирных сайтах такого нет, которые имеют доступ к всем. Нет, а на видео-то они... Они а на где видео? Видео? Давайте, если здесь будет... Вот смотрите, там есть... Вот, ну, у вас, скорее всего, там не откроется. Ой, знаете, у наших... Сейчас я попробую вам скинуть тогда почему? В ТГ. Почему? У меня как раз... Я сижу через яд. Вот, откройте, я вам кинул ссылку. Видите фотографию? Нет, Телеграм мне не нужен. Я не хочу увидеть. Но я вижу фотографию, но, к сожалению, это просто не наши военные, я вам так скажу. Как? Немножечко. Желтые повязки. 115-я бригада. Вы видели 115-ю бригаду нашу? Желтая? А она 115-я бригада, она же, это же бригада. Вы представляете, сколько человек? Так, у нас есть фотографии всех наших военных и всех наших бригад, если что, если вы не знали. И наша 115-я бригада. Все 700 тысяч фотографий вы посмотрели? Какие тысячи? Фотографии. Ну, а же Зеленский сказал, что у вас армия 700 я тысяч. Я просто 115-я бригада. 115-я бригада. Ну, фотографию вы нашли? Я пытаюсь вам скинуть видео, так, где отказываются воевать. Я нашла вас новость. Не можем выполнять боевые задания. По причине низкого морально-психического состояния. Что такое морально-психическое состояние? Это вот подчеркнули наши бойцы. Так. Не потому, что нет оружия или еще что-то. Ну, они занимали позиции с 19 апреля по 3 мая. Так. Почти месяц. Так, и? Ну. И их никто не менял, да? Ну. А почему их не меняли? Ну, это просто на вашем сайте только такое написано. Так это они там говорят, блин, ну ладно. Подождите, стоп. В Ютубе нету. Стоп. Так. Вы взяли кадр из видео. Да это не это я взял, не это на сайте. Это не вы фотографировали, это снимали наши... На сайте. Хорошо, ваши журналисты это из взяли информацию нашу, которую, чтобы выставлять к себе, сейчас они должны были потребовать документы и разрешения. Получается, ваша страна ворует видео у нашей страны. Сейчас я вам найду видео. А вы видео смотрели? Давайте так. Вы видео смотрели? Так я говорю, смотрел. Да, видео смотрели? Так я же говорю, смотрел, поэтому и говорю. А, говорят. Что там говорят? А там стоят ребята и говорят, мы не хотим воевать, а потом их посадили. Нет. Это из теробороны какие-то ребятки. Куда? Доброго дня, Україна. Першу чергу ми хотіли, щоб вам слышно? Україна Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ пан Залужний. Раніше подібне відео записали також перший батальйон 115-ї бригади.
Ми з вас 15-ї бригади 3-го батальйону, який зараз базується в Сєвєродонецьку. Звертаємося до вас, пане президенте, та пане заводник, та всього українського народу. Ми відмовляємося виконувати бойове завдання у зв'язку з тим, що у нас немає належного захисту. Я включила себе. Яка відкривала би нас та належного керівництва. 115-та бригада тероборони України. Бригада вся забезпечується. Что это означает? Бригада вся обеспечивается оружием, питанием. Это то, что говорит главный командующий. Вы не то видео смотрите, вы другое смотрите. Все у нас есть. Жилье. Я вам говорю, что вы не то видео смотрите. Это уже это записали другое уже. 115-й бригады Северодонецка обратились к собратьям. Это после того, как эти сказали, что это не будут видео, воевать. Это видео, которое снимали. Да. Ну вот я могу вам вот смотрите, копирую ссылку, смотрите. Вот попробуйте зайти. Давайте, у меня открывается все ссылки, не переживайте. Просто то, что вас показывает, это как-то странно. Не, ну вот они стоят, обращаются бригада. К Зеленскому. Вот ребята стоят, обращаются к Зеленскому. 115-я бригада. Они обращаются, подождите, на каком языке они обращаются? На украинском. На каком? На украинском. Ну слушайте. Такого языка нету. Ну, значит, на каком-то выдуманном языке обращаются. Что такое? На телефоне? Вот я сейчас этот телеграм-канал открываю на телефоне. Так, открывайте. И включайте звук, чтобы мы слышали, что там какой-то несуществующий язык звучит. Я ж не говорю, что какой-то несуществующий язык. Я ж такого не сказала. Война. История. Так я ссылку вам скину. Не-не-не, я просто на телефоне хочу открыть, а не на ноутбуке. История. А в чем разница? Мне просто нужно входить будет на ноутбук, я не хочу. Я тогда не буду просто вас отдельно слушать. Я понял. Еще в придачу. Ой, видимо, нашла видео. Ой, нашла видео, наконец-то, которое я просил ее найти. Увидела ребятишек, которые там стоят. Увидела. Ой, и сразу что-то, ай, что-то как-то не хочется. Пойду-ка, говорит, я поем лучше. Да-да-да, молодец. Все-таки увидела она этот видео. Нашла она его. Молодец какая. Все-таки нашла. Все, нашла наконец-то это видео. Поняла. Что-то на фронте не так. Здравствуйте, мадам. Мы из России.